Конкурс на замещение должности сити-менеджера в Чите будет объявлен в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «Дума Читы» со ссылкой на главу города Евгения Ярилова. Он также добавил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя администрации. Отметим, что на ближайшем заседании городской думы глава города Ярилов должен будет назначить временно исполняющего обязанности руководителя администрации. Ранее сообщалось, что сити-менеджер Читы Александр Сапожников подал в отставку, он отправится добровольцем в зону специальной военной операции.